войне. Тут может пол деревни выгореть-то. А, нет, там тут. Сейчас чердак подойдет к краю и туда. Да. Да нету кто его делал-то? В реку ехать, воды у меня нету, набирать. Радость, то, что говорить, я вызвал пожарную, что ли? Увидел этот дом, начал гореть. Вот, вы вызвали пожарников, начал этот гореть. Если бы приехала пожарная вовремя, да с водой, все бы успели хотя бы второй дом спасти. А воды у них оказалось мало. Начали тут метаться, водоема нет, пожарного водоема. Привет всем в Большерудской волости. А вот это пожарный водоем. Вон, даже видите, значок висит. Вот. А он не работает, получается, да? Это просто колонна. Сколько там воды? Куб, два. Во льду. Угу. Заледенелый. Уехали в Кошкино 3 километра обратно заправлять воду. Сейчас вот ждем. Борьба с огнем полтора часа уже вообще идет. Полтора мы стоим и идет. Наблюдаем этот костер. И боимся, деревня. Как бы весь поселок не сгорел. Недавно купили. А, два раза уже перепродавали этот дом. Первый.
А второй дом уже загорелся от него. Мой дом, вот мой гараж, да тут меня там вообще там не мотыская. Там же там делом какие вещи. Угу. Там где танки стоят, не знаю, вот сгорит. Угу. Вообще там вся единство, там я есть. Надеюсь, что стоит. Угу. Вот, такой будок классный, такой красивый был, так все было сделано здорово. А вот этот, который горит, да? Да, который горит, так все было сделано здорово. Нет. Как из-за чего? У нас три ствола работают. Не, был бы водоем, было бы все нормально. А его нет, они ездят хуй знает куда это. Вот печень. Они что он должен делать при воде? Все застройками и все огорожено заборами. Ни одного подъезда нет. Поэтому потом, после этих домов забор, потом небольшое поле шириной, а потом лесополоса, а потом только река. Все сгорело, елки, палки, там палки, да? Угу.